От того, какие трюки делают эти спортсмены в сквере Марии Рубцовой, дух захватывает. А ребятам кажется совсем не страшно. Даже наоборот. Они взмывают воздух на несколько метров, перекручивают самокат и даже отпускают руки. У каждого экстремального элемента свое название. Какой трюк ты сейчас сделал? Брайфлип. Там нужно вытолкнуть деку передней ногой, провести руками, как рычаг, и завести под себя. То, что зрителю кажется невероятным, для этих юных спортсменов, считай, базовый элемент. Новый скейт-парк – это боул-чаша и памп-трек. Современные площадки позволяют исполнять и куда более сложные трюки, ведь построены они по всем мировым стандартам. Подходит как для тренировок, так и для контестов, то есть зрелищных соревнований по уличным видам спорта. Таких, например, как прыжки на трюковом самокате. Райдеры, а именно так именуются эти спортсмены, новой площадкой довольны. Здесь в Поттере есть хорошая физика, правильные вылеты и, ну, в принципе, все классно. Хорошо, что не деревянное, не придется чинить. Проект по модернизации скейт-парка удалось реализовать по программе формирования комфортной городской среды. Теперь у химчан есть памп-трек – замкнутая трасса со спусками и подъемами. Ее особенность – скорость поддерживается за счет специальной техники прохождения трассы, а также боул-чаша – площадка для трюков на скейтбордах, роликах, трюковых велосипедах и самокатах. Проект данный, он был непростым. Потому что на старой скейт-площадке площадью 150 квадратных метров, которая была при этом деревянной, мы должны были разместить спортивные элементы площадью 1000 квадратных метров. При этом ни одно дерево должно было не пострадать. И у нас это получилось. В день официального открытия площадку обкатывают десятки спортсменов. А кто не катается, тот смотрит и поддерживает. Впечатляют трюки зрителей из числа родителей, представителей администрации городского округа и депутатов, которые контролировали ход строительства новой площадки. Я так не смогла бы никогда. Это просто у нас талантливая молодежь. Желаем, конечно, безопасность в первую очередь, соблюдать правила безопасности. Вы видите? И самое главное, высокая оценка для этого парка, сказали сами наши дети. Позаботились организаторы праздника и о безопасности. В день открытия спортсменам подарили новые шлемы и мороженое. Сладкий перерыв и снова на площадку. Доказывать другим и в первую очередь себе, что можно быстрее, выше и зрелищнее. Олег Тюрин, Руслан Сафин. Новости. Химки ТВ.